Всем привет! Нашел такой источник питания B5-70, вернее то, что от него осталось. Но не все, что от него осталось, успели вытащить из него. Во-первых, тут мы видим КТ 815 и подобные несколько штук. Конденсатор танталовый. Потом все разберу, покажу. Но самое главное, то, что снять еще не успели, вот здесь было два резистора SP535A. Вот они. С содержанием палладия. И вот тут один SP524. И вот еще конденсатор приемный. Раз резистор, два резистора, три резистора. Как сниму все, продолжу видео. Друзья, продолжаем видео про источник питания, вернее то, что удалось с него снять. Насколько вы помните, это до разбора, так как он уже был кем-то разобранный, но не до конца. Сейчас я вам покажу, что удалось с него извлечь. 5 транзисторов КТ-800. 15 и им подобные, так называемые полубочонки с содержанием позолоты. Далее диод и два светодиода, также с содержанием позолоты. Конденсатор К52 1. По справочнику, насколько я понял, в нем хорошее содержание серебра. Далее световые индикаторы с содержанием позолоты. КИП С 09 и он снизу светится. Потом разберу, по ним отдельно обзор сделаю. Два штуки. Транзистор КТ-8727А с содержанием позолоты, с содержанием золота. И самое интересное и дорогое, два потенциомера SP5-24. Я сначала думал там один, но когда разобрал плату с другой стороны был еще один, что, конечно, приятно удивило. Ну и самое ценное, это вот эти потенциомеры SP5-35A с содержанием палладия. На этом все. Кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!